Всем снова привет! Я сейчас хотела бы вам показать, как делать очень простую обрезку фотографий. Точно так же, как я вам только что показала это в Пикассе, все то же самое можно сделать и в программе, которая называется Adobe Photoshop. Очень классная программка. Я ее просто люблю. Но все еще осваиваю. Но хотела бы поделиться только тем, что я знаю. Вот, пожалуйста, итак. Я уже включила Photoshop, запустила. И теперь, что мы можем сделать? Мы нажимаем файл, open, открыть файл. И смотрим на то, что у нас есть. Допустим, вот у нас есть фотография такой симпатичной, замечательной сумочки. И для того, чтобы можно было ее обрезать, допустим, нам не нравится тот факт, что на ней очень много белого фона. Допустим, нам нужно вырезать только вот эту текстуру самой сумочки. Для этого мы делаем все очень просто. Во всех версиях Photoshop, даже очень старых, есть вот такой маленький инструментик, вот такой вот прямоугольничек. И как только вы нажимаете на прямоугольничек, ваш курсорчик, он раньше был вот таким вот, ваш курсорчик превращается в крестик. Естественно, что вы делаете? Вы ставить этот курсорчик на то место, которое будет у вас левым верхним углом, как обычно. Ну, допустим, там вот этот элементик я хочу обрезать, да? И делаем вот такой вот себе квадратик. Да? Обозначили ту часть фотографии, которая будет оставлена. Все очень просто. Раз, два, три, все. И для того, чтобы обрезать, мы делаем следующее. В меню мы идем Image. И кроп. Вот видите, вот этот вот он, кроп. Раз, и все обрезалось. Тут у меня еще чуть-чуть осталось. Вот совсем мне это не нравится, поэтому я сделаю все очень просто. Я еще раз. Ну, я кликнула только что на сером фоне, чтобы вот эти бегущие пунктирчики муравьи эти исчезли. И по новой переобозначу ту... Вот я подвину поближе. Я по новой сейчас переобозначу тот кусочек фотографии, который мне нужно оставить. Вот, допустим, вот я еще больше обрежу. Вот оно, раз. Отпустили мышку. Теперь идем Image, Crop. И все. И теперь что мы делаем? Теперь нам нужно сохранить, потому что перед закрытием программы файл, который мы изменили, нужно сохранить файл. Сохранить. Если нажимаете Ctrl-S или нажимаете Save, то фотография сохранится под старым именем. Если нажимаете Save S, то вы можете оставить ту большую фотографию, то есть фотографию целой сумочки, а маленький ее кусочек мы делаем Save S. Я напишу слово Кармашек. И фотография будет сохранена в ту же папку, откуда мы взяли оригинал. Формат, видите, выпадающая менюшка, вам можно сохранить Photoshop, BMP или там еще что-то такое. То есть целая куча всяких разных форматов, но нам нужно JPG. Просто вот сюда вот смотрите, здесь должно быть JPG. И сейф, сохранить. При этом нас спрашивают, какого качества фотографии вы хотите. Мы вот здесь вот бегуночек подвигаем, и фотография должна быть там на 70% качественной, да, чтобы можно было разглядеть все детальки. Нажимаем ОК, и все. И теперь при закрытии этой программки все будет сохранено. Теперь давайте посмотрим. Вот она, наша маленькая иконочка. Кликаем на фотографию, и она вот совсем малюсенькая. Вот мы ее... Вот. То есть мы сохранили маленький элементик. Всю фотографию обрезали, оставили маленький элементик. Вот такие вот дела. Спасибо всем за внимание. И надеюсь, что вам это пригодится. И всего доброго, до свидания. Всего вам желтого и пушистого.